Ну, отбойник сделать не составляет нам труда. Мы возьмем сейчас этот, я надеюсь, ничто не выбрано. Ага. Возьмем кубик. Вот такой, да. Выведем его на место и рассчитаемся с ним. Мы, Гарри, рассчитаемся с тобой и с тобой. Раздался дикий голос атамана. Не, грубый, не дикий. Так, и в воздухе сверкнули два ножа. Два ножа. Пираты затаили все дыхание. Угу. Ладно, песня потом. Сейчас С по Игреку. Ты-дын. Так, я думаю, вот красиво. Только что он должен быть поменьше. Да? Вот так где-то. И может быть по высоте, S по высоте. Так вот. Вот. А теперь мы сделаем следующее. Мы возьмем эту штуку и законтролируем его. Control. Так, секундочку. Ctrl R. И по S разберем. S по X. Вот сюда. Так. Дальше мы вот здесь будем Ctrl R. Сюда подтянем. Еще раз скажем Ctrl R. И Ctrl B. Далее берем этот инструмент новый, выделяем. Он не нравится мне, ерундово он работает. Так, допустим, да? А здесь и здесь сделаем привычную штуку. Edge, Bridge. Так. И теперь возьмем вот эту и скажем сюда и выдвинуть. А нет, нет, а нет, нет. Только вот эту и вот эту. Да. Я сказал вот эту и вот эту. Вытягиваем. Вот, получили. И ставим ее на место тоже. Объект. Звук смотрим. Вот сюда мы ее подставляем. Все будет красиво. Да. Вот так вот. А здесь немножко увеличим. Так, и вот. Вот я имею в виду вот. Я имею в виду вот это бампер у них должен быть мощный. Вот так. Да? Да. И тогда наш объект вот этот можем пониже опустить. Теперь все верно. Единственное, что может быть его немножечко раздвинуть. S по X. Вот так. Готово. Осталось самое неприятное, ребята. Сейчас я посмотрю. Так, здесь ничего не надо, все нормально. Колеса. Колеса, ребята. Вот это я самое что не люблю. Вставлять колеса. Самое простое, конечно, сделать булин. Посмотрим сейчас. И вот так. Вот здесь нам колесо надо, и вот здесь колесо. Ну что, давайте будем делать, господи, быстрее сделаем.
Быстрее спать пойдем. Так. Переворачиваем. Так, 16, оставим 10. 10 хорошее количество. 10. Так, поворачиваем на бочок. Это значит по Y на 90 градусов. Так. Это пускай оставим. Так, уменьшаем. Ну, пускай длина такая будет. Так, и дальше. И не-не-не-не. Длина должна быть меньше, конечно. Сначала придется вытащить. Уже. Да, сначала вытащим ее. Угу. И вытащим. Смотрим сбоку. Тащим. Так, один. Я надеюсь, он сейчас выбит ее. Можно чуть больше сделать. Вот так. Кстати, у него там эти есть? Нету. Отлично, порожиков нет, это уже хорошо. И говорим, что вот это мы должны вырезать из вот этого дифференции. Вот про это я и говорил, ребята. Что бывает? Вот такие казусы, блин. И придется теперь вручную это все делать. То есть вот это удалить. Фейс удалить. Или можно было по-другому сделать. Сдвинуть их сюда. Вот сюда задвинуть. Так. А этот и этот удалить. Да, ну вот здесь надо еще один сделать контроллерчик тогда. Вот так. Теперь это удалим. Я в последнее время что-то не везде с булями. Не знаю почему. Прям какая-то сплошная невезуха. Мне вот это придется сейчас справить. Вот это вот. Так, я возьму сейчас это, и свяжу их. М, последняя. У них еще и двойные, да? М, последняя, вот так. Теперь это и это. М, последняя. Все прекрасно. А этот мы сейчас... Пока удалим. Есть. Хорошо. Этот и этот мы должны тоже соединить. Последнее. Угу. Откуда вот эти взялись? Скажите мне на милость. Удалить. Это тоже как ненужные элементы. Но он не хочет. А если хочет, то неправильно. Сейчас разберусь. Ну, сделаю более-менее. Ну, давайте, чтобы не возиться больше так, давайте мы сделаем тут сейчас
Так, где у него там колесо-то, на крайний случай? Ну-ка. Ну, где-то вот тут колесо. Ну ладно. Тогда мы сделаем следующее. Мы возьмем вот эти две точки. Цветочки. Вот эти вот. Раз, два. И потянем их по J, по Y. Вот сюда утянем. Так. Этот потянем тоже сюда. Так. Здесь сделаем еще один контроллерчик. Так. Теперь возьмем, поднимем наверх. Где-то вот так. И развернем. Вот так. Так. Получается. Теперь точками будем работать. Б. Вот эти только точки. Вот эти я хочу. Б. Вот эти вот две. Всего лишь не хочу. А сбоку смотрим. И двигаем сюда. Так, это далеко ускакал. Сейчас мы их подвинем тоже. Вот сюда. Этот подвинем сюда. Так. Так. Где-то вот что-то такое изобразим. Вот растянем чуть-чуть. Это подтянем. Нет, только вот это. Думаю, что можно с этим что-то сделать. Но мы на ИП сидели на трубе. А упала, П пропала. Кто остался на трубе? Хрен знает кто. Так, давайте контроллер. Попробую вот так сделать, да? И тогда у нас будет совсем кругленько. Ну как бы кругленько. Конечно, приходится возиться, но ради бога. Куда ее лучше? Ее лучше вот сюда, наверное. Так вот. А вот этот. Сюда перенесем. Таким образом мы сделаем почти идеальную круглую форму. Все вдвое лучше, чем тут. Так, теперь просто возьмем вот этот вот. Вот этот и этот. И потянем его вниз. Е. Вернее, не вниз, а вбок. Так, а если я возьму новый, ну то же самое, где-то он оставляет вот эти вот, потому что он не может их удалить, а мы можем Ctrl-R, вот так, и теперь спокойненько, раз, два, три. Ну, я не знаю, честно говоря, я не знаю, почему так происходит. Вот убейте меня, я не знаю. Приходится воевать. Видите? И потом сшивать. Этот, так, пока. Этот с
скажем, с этим. М последнее. Этот, скажем, с этим. М последнее. Этот, скажем, с этим. М последнее. И этот, скажем, с этим. М последнее. Все. Пусть она не очень такая красивая. Можем поправить, господи, какие проблемы. Так, ставим вот сюда. Да, и начинаем тут Б. Дело в том, что вот эта кривая здесь, поэтому все так получилось. Сейчас. Вот и все. Ну, я не знаю, не выровняется с помощью flatten, вот толст flatten. Да, они выровнялись. Так же и это. Flatten. Все. Теперь мы закончили это дело и можем ставить колеса. Я надеюсь, что можно подогнать потом, да? Давайте возьмем колесо, чтобы нам было хорошо. Так, где у нас? Я надеюсь, что ничего не выделено, да? Ничего. Теперь, значит, колесо где? Цилиндр, скажем так, поболее. Что тут жалеть-то? Переворачиваем по оси Y на 90 градусов. Нет, 90 я сказал. Почему 34-то вот так? Уменьшаем ее. Вот такую делаем колесико. Потом по оси X подвигаем ее вот сюда, чтобы разобраться с ней как следует. Смотрим сбоку. И ставим на место. G. G. Сюда видим, что оно большевато, это колесо. Уменьшаем делов-то. И ставим сюда. Так, теперь вот так. Я хочу проверить здесь, как это будет выглядеть. Shift-D. Вот так. Нормально. Не сказать, чтобы прям ой-ой-ой. Но пойдет. Так, теперь я хочу следующее сделать. Колесо немножко лучше сделать, чем обычно. То есть для этого я сейчас возьму. Вот, вот эти два. Вот этот и вот этот. Ctrl-R. Нет, Ctrl-B. Вот так сделаем. Теперь вот эту часть я ее сейчас уменьшу за счет того, что вот так сделаю. Так, далее веду сюда. Какое там колесо? Как сделано? Ну, простейшее здесь. Без наворотов. Окей. А теперь вот это я сужаю S. Ну, в то же время. Да, пускай так будет. И Ctrl-B. Все. Готово колесо. Ну, можно еще здесь сделать Ctrl-R. Вот так разбить. Чтобы если потом что. Так, хорошо. Берем это колесо, объект, двигаем его туда, куда нужно. GPX вот сюда встает, спать не дает. Так, оно там двигается. Да, чуть-чуть двигается, пускай будет тоже объект. Так, говорим, что объект у тебя должен быть с Origin в 3D.
Убираем отсюда все на 0 ставим. И говорим M. Вернее, говорим mirror. Mirror встал как литой. Так, и теперь вот эти два. Мы просто скажем так. 3. Мы их Shift D. Скажем Shift D. И поставим сюда. Есть. Все, машина у нас готова. Можем чуть побольше сделать S. Да не, все оставим так, как есть. Но сколько времени у нас? Вопрос. 20. Тут надо наверху сделать вот это вот. Ну, это без проблем сейчас. Берем. Возьмем цилиндр. Так. Скажем, у него всего 6. 6. Поднимаем наверх. Разворачиваем. Размер, конечно, такой нам не нужен. Развернем его по Y. Y 90. И неправильно стоит. 7 почему-то. Должно быть 6. Вот, 6 правильно. Достаточно. Теперь мы его уменьшаем чуть-чуть вот эту и растягиваем S по X. Вот так растянули. Отлично. А опускаем вниз. G. И следующее делаем теперь. Берем вот этот. Так. Этот и вот этот полигончик. И говорим S по Z. Вот так и делаем. Вот так. Так, теперь здесь говорим Ctrl-R. Далеко слишком. И мы их теперь сведем вместе. Это будет S по Z, по X. Вот так. Далее выбираем эти грани. И увеличиваем просто. Не так мы увеличиваем. Увеличиваем вот так. Хорошо. Далее берем площадочку. Так, увеличиваем ее. Е. Делаем толстенькой. Раздвигаем S. По оси X. Что такое? Я хочу полностью ее раздвинуть. Так, по оси X. Или же сделать проще. Взять вот этот и потянуть его вот сюда, по оси X. Вот это будет проще. Так. И здесь немножко. А далее нам нужно два пошире чуть-чуть сделать, наверное. Два цилиндрика нужно поставить, чтобы на крышу. Так, S по Y. Вот так. Теперь берем цилиндрик.
Немножко побольше сделаем, чтобы кругленький был. Вот так. Уменьшаем. По оси S, по оси Z увеличиваем. И смотрим сбоку на нее. Ставим их сюда. Один сюда. G. Вот так. Так. Второй Shift D. Shift D сюда. В иксу. Есть. Теперь ставим эту вниз, GZ. А чем так плохо поставилось? Назад. Давайте чуть крупнее сделаем ее. Вот так. Ага. И теперь GZ. Есть. Включаем все. Так, не нужен нам уже. Так, поднимаем. Наверх. Вот так. Смотрим, насколько он должен быть больше. Ну, как раз во всю крышу. У нас и так и есть. Единственное, что можем чуть-чуть еще. Так, и поднять наверх. Так, мы все сделали. Сколько времени? 27 минут. Ну, остались парочка этих вещей. Это здесь у него два фонаря и эти антенна стоит. Я думаю, что можем это на следующее видео перенести и там раскрасить еще в другом видео, да?
Я расположил так, что две здесь, одна вот тут на вышке, да. Потом описал слово полис, 911, раскрасил. Так, поставил Х для вертолета сюда. И, ну, такой жетон, типа, да, без всяких обозначений, потому что стуки не любят, когда тут что-то рисуется. Ну, вот, все, дорогие друзья. В принципе, мы можем... Единственное, что... Так, сейчас я посмотрю, подождите, нет. Вот это почему здесь такое надо сделать, если же вот так. А это возможно. Вот этот материал. Ну, мы не будем особо тут сзади, потому что сзади практически ну почти не будет никогда видно. Всякий случай сделаем. Хотя вот с этой стороны, я думаю, да, с этой стороны может быть видно, потому что ну, когда я буду ворочать хэнди, то есть или мобильник по-вашему, то там будет сзади видно, конечно. Ну вот так. А сверху я поставил знак Wi-Fi, что посылается сигнал. Не знаю, может поменьше надо его сделать. Что-то он сильно большой, мне кажется. Нет? Нет? Ну, на всякий случай. Так, чуть-чуть уменьшился. Так, ну а теперь я пойду рендеринг сделаю для того, чтобы продать это все. Хорошо. Ну, а с вами я прощаюсь. Следующее мы будем делать полицейские машины. Ну и две, которые между собой столкнутся. Я думаю, так надо сделать. Ну все. До следующего раза. Пока.